пытаюсь разбудить русского. Вы не знаете, чем кончится для вас его пробуждение. Вы можете втоптать его в грязь, смешать с дерьмом, насмехаться, унижать, презирать, оскорблять. И в тот момент, когда вам покажется, что вы победили русского, уничтожили, ошельмовали навеки вечные, стерли в порошок, вдруг произойдет что-то необыкновенное, удивительное для вас. Он придет к вам в дом, устало опустится на стул, положит на колени автомат и посмотрит вам в глаза. Он будет вонять порохом, кровью, смертью, но он будет в вашем доме. И тогда русский задаст вам вопрос: в чем сила, брат? И именно в этот момент вы тысячу раз пожалеете, что вы не брат русскому. Потому что брата он простит, а врага никогда. Французы помнят, немцы знают, русский живет справедливостью. Западный обыватель лживыми брифингами и лукавыми пресс-конференциями. Пока жива в его сердце справедливость, русский поднимется из грязи, из мрака, из ада. И вы ничего с этим поделать не сможете.